Добрый день, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся на улице Пролетарской, где у нас находится домик 125 квадратов, видоизмененный, маленько доработанный, где в нем уже живут жильцы, но мы хотим показать вам, как он смотрится снаружи и снутри, как его благоустроили и как он уже смотрится, когда он обжитый. Пойдемте посмотрим. Утепленная терраса, как бы как зимний сад, где чуть солнышко, здесь уже такая теплота вообще. Вот так вот раздвигаются. И она полностью становится обдуваемая. Легким движением мы заводим назад, закрыли. Сделали вот так, получается, поставили на продув. Все легко и качественно. Поэтому, кому интересны такие террасы, можете тоже заказывать. Ну вот мы сделали краткий обзор дома, который у нас находится на Пролетарской. Если вам что-то понравилось, то пишите нам комментарии, мы обязательно на них ответим. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». До новых встреч в новом видео. Всем пока!